В Олимпийском комитете Российской Федерации прошла церемония награждения лауреатов премии Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России. Были названы победители третьего всероссийского конкурса в трех номинациях. Звание лучшего тренера завоевал директор спортшколы «Старый городок», заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта России по спортивной акробатике Теймураз Гургенидзе. С почетной наградой тренера поздравил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.